Я с ним недавно пошел Майнкон и получил много новостей. В этом видео вы узнаете все эти новости. Я начну с интересной новости. Зала и Бэддок веси станут так одинаковы, то сиды на этих весах почти будут одинаковые. Теперь мы посмотрим, как выглядит сид на разных весах Майнкота, на залы и на Бэддоке. Ну, есть небольшие отличия, но не забывай, что это разные версии Майнкрафта, и плюс эти отличия совсем маленькие. Один из разработчиков Майнкрафта сказал, теперь, когда вы будете переносить карту на новую версию, она больше не будет ломаться. Вот, посмотрите скриншот, как выглядит на старой и на новой версии. У меня плохие новости, дорогие друзья. Берем Дик-Дак и Глубинная Тьма переносится в 1.12. Разработчики хотят делать бой качеств, но этот биом, давайте посмотрим видео от них. Давайте посмотрим второе видео от разработчиков. И мы сейчас посмотрим последнее видео от разработчиков. Ну, пора узнать, какое нас ждет обновление в 1.12. Это дикое обновление. Если я правильно понял информацию от разработчиков,
это обновление изменит какие-то биомы. А возможно, у вас есть все биомы изменит. Давайте поговорим по новый тип биома. Это маговое болото. Растет это дерево только в воде. Разработчики хотят сделать большую коренную систему для маговых деревьев. А еще разработчики добавили новый бог грязь. Из него вы можете сделать новые кирпичи. А еще, если разработчики добавляют новые дерева, значит надо добавить новую древесину и доски. И пиметы то можете делать из этой новой древесины. А еще добавили что-то сдай ноги. Лодку с сундуком. А еще добавили лягушек. А еще появились маленькие лягушки-головасики. Это еще не все. Этот моб умеет чувствовать температуру и менять свою текстуру по среде обитания, то есть менять текстуру по объему. Вот так выглядит полярный вариант лягушки. А вот так топический вариант выглядит. Еще нам добавили в болото сетычков. Наши любимые лягушки будут охотиться на этих сетычков. Вот то нас ждет в 1.19. Возможно, это еще не весь контент, возможно, еще покажет много чего. Ну, пора поговорить по Minecraft Dungeons. Будет называться следующее обновление «Сезонные приключения». Будут добавлены данные интересные мобы. Пора поговорить по голосованию за ток мобов. Как помните, вот ты пистолете Биг, Эрой и Медный Гоем. У первом ранде поиграй в Биг. Ну, давайте узнаем, кто победил у втором ранде. Она сейчас открывает конвент. И кто это может быть? Это все Эрой. Поздравляю всех, кто голосовал за Эрера. Теперь я вам расскажу информацию, когда выйдет все эти обновления. Во-первых, 1.18 выйдет через 1-2 месяца. Minecraft Dungeons обновление сезонные приключения выйдет через 1-2 месяца тоже. И дикое обновление выйдет где-то в 2022 году. Ну вот все новости по Майнкрафту. Надеюсь, что вам было интересно. То нас ждет в будущем очень много раз много контента. И у вас есть скоро через один месяц выйдет 1.18, где добавят официально все новые генерации. А через год, в 2022 году, уже выйдет дикое обновление, где нам ждет еще больше контента. Но пока.